Сегодня 31 октября, Хэллоуин, и мы готовимся разыграть кого-нибудь, нашего папу или, может, мою сестру. Вот, мы подготовили вот такое висячее платье. Ну, без головы, конечно. И без рук, к сожалению, зато с ногами. Пинг-пинг-пинг, тинг-тинг, привет. Внутри просто обычная подушка, подвешена на кукурчок. Когда заходишь, конечно, понимаешь, что тебя разыграли, а когда ты только вот зашел с входной двери, вот такой пейзаж. Всем пока! Да я что-то вообще не заметила. А что, уже не испугался? А я что-то же не заметила. А это что еще такое? Мы решили использовать новую концепцию, потому что то платье не носится, и оно не произвело ожидаемого эффекта. Поэтому переодели джинсы, что-то темно стало, джинсы и водолазку, которые я ношу почаще. Делали попу и грудь. О. Правда. А Катя, ты испугалась? Нет. А чё, почему? А как вы ещё руки сделали? Ловко? А как вы руки сделали? А вот так. Что? Я думаю, что... Mm-hmm.